Выпускники вузов и колледжей смогут пройти стажировку в крупных казахстанских компаниях и министерствах. Практический опыт молодые специалисты получат в рамках программы «Сәтті-қадам». Около 4000 ребят сейчас в поисках работы. Жасутан ведет переговоры с потенциальными работодателями для заключения меморандумов о сотрудничестве. Новое направление работает 1,5 месяца. Сам же проект существует 4 года. За это время около 1700 человек прошли обучение на производстве. Более 150 получили работу. Участвовать в программе могут все желающие. Прием документов продлится до 15 августа. В данный момент уже более 200 меморандумов по всему Казахстану заключены. И уже есть за 1,5 месяца есть результаты, что трудоустроено более 132 человека у нас по именно детям-сиротам. Главная задача этого проекта – предоставить возможность молодым людям пройти в самых крупных организациях стажировку.